Здравствуйте, дорогие коллеги. Мой доклад о синхронных метастазах рака обводочной кишки, проблема лечения которых была и остается стратегически одной из самых сложных задач. Так, в 2015 году экспертной группой был разработан консенсус по лечению, по диагностике, лечению пациентов с синхронными метастазами колоректального рака. Согласно этому консенсусу, синхронными метастазами считаются метастазы, выявленные до или одновременно с первичной опухолью. В то время как метахронные метастазы – это метастазы, выявленные после выявления первичного очага, если в течение первых 12 месяцев, то это ранние метахронные метастазы, а позднее 12 месяцев – поздние метахронные метастазы. Доказано в рандомизированных исследованиях, что синхронные метастазы колоректального рака являются негативным прогностическим фактором. Так была замечена прямая зависимость от периода обнаружения метастазов по отношению к выявлению первичной опухоли и процентам 5-летней выживаемости пациентов данной группы. Консенсусом принято, что лечением пациентов данной категории должны заниматься не один врач, не онколог в поликлинике, а мультидисциплинарная команда, которая в своем составе должна иметь как минимум колоректального хирурга, хирурга-гепатолога, торакального хирурга, клинического онколога, радиолога, лучевого терапевта и морфолога. К счастью, на данный момент в Харьковском центре онкологии такая команда есть. Благодаря Европейскому радиологическому центру мы даже в своей команде имеем радиолога и проводим все наши мультидисциплинарные комиссии именно в таком составе. Это идеальный случай, когда все специалисты всех мультидисциплинарной комиссии находятся в одном центре. И мы имеем возможность лечить пациента и оценивать результаты лечения на всех этапах полным составом такой мультидисциплинарной комиссии. Согласно консенсусу, тактика лечения пациентов с синхронными метастазами колоректального рака определяется двумя параметрами: резектабельностью метастазов в печень и симптомностью первичной опухоли. Так, по этим двум критериям всех пациентов, по проявлению этих двух критериев всех пациентов можно разделить на 4 клинических сценария. Пациентам, которые укладываются в первый клинический сценарий, когда мы имеем резектабельные метастазы в печени и асимптомную первичную опухоль, таким пациентам показана неоадъювантная полихимиотерапия. Кроме тех случаев, когда метастазы в печень подлежат так называемым простым резекциям, в таком случае мы можем применить surgery first approach. Комбинированные операции при этом не должны выполняться в случаях сложных или больших резекций печени и у коморбидных пациентов. Продолжительность переоперационной химиотерапии у пациентов данной группы составляет 6 месяцев, вне зависимости от того, до или послеоперационном периоде она проводится. Адъювантная химиотерапия может отличаться от неадъювантной и быть менее интенсивной. В рандомизированных клинических исследованиях были оценены результаты, отдаленные результаты лечения пациентов, в котором применялись подходы colon first, liver first или комбинированные операции. Было доказано, что именно стратегия liver first дает наилучшие результаты 5-летней выживаемости пациентов данной группы. Сценарий 2, когда результаты в печени не резектабельны, а первичная опухоль асимптомна. В таком случае пациентам показана неоадъювантная полихимиотерапия, целью которой является конверсия метастаза в печени в резектабельную. В случае эффективности конверсионной полихимиотерапии рекомендован также liver first подход к хирургическому лечению. Это исследование пациентов аналогичное как в сценарии 1. Доказано, что именно при подходе liver first у пациентов наилучшие результаты 5-летней выживаемости. Третий сценарий – резектабельные метастазы в печень и симптомная первичная опухоль. В таком случае мы отталкиваемся от симптомов первичной опухоли. При кровотечениях из первичной опухоли проводим консервативную терапию, полихимиотерапию после гемотрансфузии.
при перфорациях показано удаление первичной опухоли, если речь идет о правой половине ободочной кишки, или ушивание стенирования при левой половине ободочной кишки. Эту проблему уже обсуждали докладчики. При кишечной непроходимости показано удаление первичной опухоли. Как уже говорилось ранее, стентирование не самый лучший вариант у пациентов. При непроходимости, так как сопровождается худшими результатами, показано лишь у ограниченного количества пациентов. Четвертый сценарий – нерезектабельные метастазы в печень и симптомная первичная опухоль. В таком случае цель лечения – конверсия метастазов в резектабельный и перевод пациентов в сценарий 3. При наличии шансов на лечение по радикальной программе, стентирование у пациентов данной группы, стенозирующие опухоли, а также они показаны. Консенсусом определены подходы к радиологическому исследованию и требования соответствующие. Так, при проведении радиологического исследования мы оцениваем такие критерии, как ответ на химиотерапию. Оценивается по критериям размера метастазов, морфологическим критериям, таким как раннее уменьшение опухоли, глубина ответа. Также мы требуем от радиологов оценки паренхимы печени, наличие признаков стеатоза, портальной гипертензии после проведенной химиотерапии. Всем пациентам, которым планируется резекция печени, проводится гепатоволюметрия остаточного объема. Магнитно-резонансная томография показана лишь в некоторых случаях с гепатоспецифическим контрастом, показана при выраженном стеатозе печени и наличии мелких до 1 см неясных очагов в печени. ПЭТ-КТ, как говорилось ранее, не входит в стандарт диагностики, используется только для поиска внепеченочных отдельных метастазов. К морфологам также предъявляются следующие требования. При изучении морфологического препарата нам необходима информация о размерах опухоли, ширине края резекции. При оценке здоровой паренхимы печени, неопухолевой, нам важны токсические эффекты проведения химиотерапии, такие как синдром синусоидальной обструкции, наличие стеатогепатита. Важным критерием является частота края резекции и оценка молекулярного статуса. Она необходима всем пациентам, независимо от того, планируется ли анти-HGFR-терапия как фактор общего прогноза. Химиотерапия является краеугольным камнем у пациентов с синхронными метастазами колоректального рака и показана во всех возможных случаях в неоадъювантном режиме. Несмотря на отсутствие прямых доказательств эффективности химиофилостратегии, исследования в этой области проводятся. Об особенностях химиотерапии. Останавливаться она показана при возможности всем пациентам. И проводится оценка каждые 2 месяца, оценка эффективности лечения. Что касается хирургии первичной области, первичной опухоли, она должна выполняться специалистами в данной области, то есть колопроктологами. Лапароскопические резекции, обсуждали ранее этот вопрос, не имеют ни преимуществ, ни проигрывают перед открытыми операциями. Однако в случаях Т4 местно распространенного процесса могут быть технически затруднены. При резектабельных метастазах и асимптомной первичной опухоли возможна комбинированная операция, однако только в случаях несложных резекций печени. При незерезектабельных метастазах удаление первичной асимптомной опухоли может быть целесообразно, но достоверных данных и рандомизированных исследований по этому поводу нет и не остановлено. Что касается хирургии печени, предпочтительна liver first approach, стратегия показана при невозможности выполнения комбинированной операции при значительной опухолевой нагрузке на печень. Также применение технологий модуляции перспективного остатка, таким как портовенозная эмболизация или двухэтапная эмболизация. Стабилизация резектабельных метастазов после неоадъювантного курса химиотерапии является показанием к